енергозберігаючі технології, все про будівництво дерев'яних будинків і не тільки. Спеціалізована виставка «Строїтельство і усадьба» пройде у Харкові з 13 по 16 березня. Серед постійних учасників виставки – підприємство, яке протягом багатьох років займається комплексним проєктуванням Харкова – інститут «Харківпроєкт». Проєктуємо і жилье, і общественне здання, і сопровождаємо, ми участвуємо в бюджетних програмах городських, ми сопровождаємо строительство и проектирование метрополитена в части благоустройства, инженерных сетей, дорожного всего проектирования, освещения. Компания «Компаут» представлятиме на выставке технологию створения экологичных парковок. Это изделие, оно изготовлено из полимерной композиции. Конструкция ее выглядит, это ячеистая плита, которая заполняется землей, прорастает травка зелененькая, и конструкция этого изделия позволяет заезжать на эту площадку и легковым автомобилем, и грузовым автомобилем. Милости просим на выставку, и мы уверены, что и дом проектов, с которым мы уже сотрудничаем, и харьковские власти поддержат нас, и мы сможем удовлетворить желание автомобилистов держать автомобиль возле своего жилья, не нарушая экологию, а только облагораживая. Приглашаю всех и посмотреть, и послушать. Вся строительная технология направлена на энергосбережение, на сбережение источников энергии. На выставке будет масса на эту тему ответов на ваши вопросы. Спеціалізована виставка «Строїтельство і усадьба» – це допомога усім, хто потребує інноваційних рішень і цікавих ідей у будівництві. Місце зустрічі – Палац спорту з 13 по 16 березня.